Полицейские нашли пропавшую накануне школьницу из Нижнего Тагила. Лилию Миниахметову обнаружили неподалеку от ее школы. Оказалось, что ребенка уйти из дома заставило отношения родственников. Выяснилось, что постоянно она живет у бабушки, которая часто девочку ругает. А мать Лили, вероятнее всего, вообще привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Полицейские не исключают, что женщину могут лишить родительских прав.